Всем привет! Сегодня хочу показать разницу загрузки с SSD диска и с обычного. Так, вот у нас список. Вот у нас SSD диск, а это обычный. Сейчас затестим, сколько загрузится сама винда. Начинаем. Это у нас SSD. Вот показатель. Теперь за какое время он выключится? Пуск. Еще пока выключается. Вот. Теперь сейчас заново загрузимся. Попробуем с обычного HDD. Так, вот обычный. Поехали. Вот показатель. Почти в два раза. Попробуем теперь выключить. Еще подгружают даже иконки на рабочем столе. Ну, в принципе, уже работает. Так. Поехали. Это выключение у нас с обычного жесткого. Вот такой вот показатель на выключение. Да, разница, конечно, ну, в два раза это прилично. Так что советую брать SSD диск и не париться. Его, думаю, надолго хватит все равно. Это только на загрузку винды. На загрузку программ, думаю, такие же самые показатели. Нет смысла их снимать. Все. Всем пока.